Вчера с рабочим визитом Кашхабльский район посетил министр сельского хозяйства Республики Адыгея. Анзаур Куанов побывал на трех хозяйствах района и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Сегодня с выездом находимся в Кашхабльском районе, посетили ряд хозяйств. Активная фаза проводится работ по севу яровых культур. Больше 60% площадей земель сельхозназначения уже посеяно. В районе эта работа проводится очень активно. Очень важно использовать каждый погожий день для того, чтобы в оптимальные сроки все необходимые работы провести и заложить фундамент будущего урожая. Хочу пожелать аграриям района успехов, здоровья, самое главное, хорошей погоды, ну и, конечно, будущих урожаев. Министр побывал в хозяйствах Александра Дудченко, Алексея Кушнаренко и Николая Суханова, где полным ходом идут работы по севу сои, кукурузы и подсолнечника соответственно. Анзаур Асланович пообщался с фермерами, обсудил состояние посевов озимых культур, поинтересовался об имеющихся и планируемых мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Озимые как состояние? Озимые в состоянии в этом году хорошее. Подкормили, да, 320 килограмм унесли. Химпрополку сделали? Да? Химпрополку мы сделали. Сейчас вот срочно надо обработать ячмень. Потому что мы один раз обработали, а теперь зонтарой хотим обработать. А у нее такое свойство зеленяющее. Поэтому надо сейчас не тянуть туда, потом она долго будет уже как бы, уже зерно готовое, а еще листовой аппарат зеленый. Вот закончим и сразу будем обработаем вещи. По словам начальника управления сельского хозяйства района, земледельцы полностью готовы к проведению весенне-полевых работ, укомплектованы необходимыми семенными материалами и техникой. В районе на сегодняшний день идет весенне-полевые работы. С началом весенне-полевых работ, значит, полностью озимый клин на площади более 17 тысяч гектар было внесено минеральное удобрение, аммиачная селитра. Полностью обработана, сделана химпрополка, проведена химпрополка, фунгицидная обработка. На сегодняшний день у нас идет сев яровых культур, то есть сев подсолнечника и кукурузы. Это основные культуры, которые весной сеются в районе. На сегодняшний день при плане, значит, около 18 тысяч гектаров сева яровых культур, посеяно, значит, около 9 тысяч гектаров, что составляет около 65-70%. По подсолнечнику, значит, у нас обстановка при плане 8800 гектаров посеяно, чуть больше 4000 гектаров. По кукурузе при плане 6000 гектаров у нас посеяно около 5000 гектаров. Также посеяно у нас овес на площади 300 гектаров. Соя посеяна на площади тоже около 300 гектаров. Тоже продолжается сев сои, сегодня завершается у нас в районе. Также и посеяно у нас еще яровой ячмень на площади 250 гектаров. В целом весенне-полевые работы проходят в оптимальные сроки, без каких-либо задержек. Фермеры нашего района, значит, по обеспеченности семенного материала обеспечены 100%. Большинство фермеров еще они закупили они осенью. Значит, те, которые весной закупили, проблем у них как бы не было по закупке семян по этому году. Обеспечено, значит, материалами тоже у них полностью обеспечены. То есть никаких препятствий по проведению ярового сева у нас не было и нету. Я думаю, если как погодные условия как бы не помешают, но обещают на днях дожди, если погодные условия не помешают, то в течение, скажем так, недели, 5-6 дней, рабочих оптимальных дней, мы полностью завершаем сев яровых культур. У нас достаточно техники. Сегодня у нас в районе работает 74 пропашных сеялок на севе, значит, кукурузы подсолнечника. На подработке у нас около 150 единиц в районе. Трактора достаточно у нас. Так что никаких проблем у нас нет. Лишь бы погода была, мы завершаем сев полностью, значит, в течение 5-6 дней.